Меня зовут Линда. Я очень люблю рисовать пастелью и предлагаю сегодня вам вместе со мной нарисовать вот такой красивый итальянский пейзаж, который станет прекрасным украшением вашего дома или подарком близкому человеку. Ну что, поехали? Домики имеют освещенную часть и теневую. В освещенной части мы будем использовать светло-бежевый мелок. В теневой чуть-чуть к нему в тон потемнее. На этом этапе нам очень важно сделать красивую плавную растушевку с переходом цвета от светлого к более темному. Ставим окошечки. Очень важно, чтобы окошечки не были большими для того, чтобы соблюсти масштаб всего изображения. Движение наносим по форме стога. Чуть-чуть можно будет стушевать. Вот такая картина получилась у меня. Надеюсь, мой мастер-класс вам понравился. Пробуйте, творите, верьте в себя. Я уверена, у вас все непременно получится.